Ну что, друзья, вот мы и в поезде, в Интерсити. Смотрите, я сейчас покажу вам, как вещи мы поставили. Наверное, шортик уже показала. Вот, смотрите, успела впихнуть свой чемоданчик вот сюда, вот, и Наташа вот сюда, вот, с ее чемоданчик. И все просто. И нету места, вообще места нету. Так что вот такая ситуация. Тут, конечно, надо забегать первыми. Так что... Вот, в принципе, все вот наши вещи. Вот сюда, если положить, он, конечно, чемоданчик упадет. Вот наши вещи лежат, наши места. Вроде как все нормально, смотрите. Вот. Скоро уже поедем. Красота. Народ, привет. Уже едем. Уже начинаем кушать. Даша возмущается, что еды мало. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. Извините, снимаю пока на мой телефон, а то наш тут телефон, камера далеко. Вот есть такие вкусные штучки с творогом, есть яблоко и корицы, водичка стоит. И взяли мы два капучино. Одно капучино 70 стоит, где-то $1.50. Вот так вот, биточки очень вкусные. Моя мама их готовит, просто свиные вкусные биточки. Сырнички, хлеб, ну, вот так вот. Так что... Едем, тревога гудела только что, тревога гудит. Едем, наслаждаемся. Ну вот, а перемышль у нас будет аж в 4:25 утра где-то. Ну что, народ, всем доброго утра, ура. Добрались мы уже из Киева в Пшемысль. И Наталку что-то тормознули на этом чемоданом. Блин, думала, меня сейчас тормознут. Что-то холодно, дубарь, я одела там 10 курток, короче, думала, вообще потом поснимала, думала, сейчас меня тормознут. Пока Наталки нету. Короче, у нас был 4-й вагон из 9 Интерсити. Отъехали из Киева в 19:19. Опоздали всего на там. Ну, короче, были в 4:35, вместо 4:25. Опоздали всего на 10 минут. И стали выпускать по вагонам. Первый вагон выпускают, второй вагон выпускают, третий вагон ресторан выпускает. Четвертый мы пошли сейчас Наталку там, блин, капец. Я нервничаю вообще там. У нее, блин, она еще пробники, духи брала. И сейчас ее просто чемодан там, я хотела подождать и говорю, там сестра, они такие, так, нафиг отсюда, быстро не стой здесь, короче, я еще такая, ну, сейчас еще меня обушат. Блин, хоть бы ничего не забрали, никакого штрафа не впаяли бы, потому что, я говорю, сестра, они говорят, сестра взрослая, давай, вали отсюда. Так что жду, вот там мы стояли очередь, помните, там мы стояли очередь, заходь в эту, господи, Наташи все еще нет, и женщины пускают, Наташи все еще нет, очередь была аж сюда. Это, кстати, тюрьма вот с проволочкой. Вот, ждем Наташу пока. Блин, девчат выпустили, Наташу все еще нет. Господи, народ, я нервничаю, блин. Потому что если что не то везешь, могут штраф впаять. Там, ладно, заберут, еще могут впаять штраф. Это просто, я не знаю, что там они, что там можно смотреть. Короче, желайте нам удачи. Что такое? Что это мне? Что случилось? Парфумы и куда-то бросили. Я ничего не брала, положи на место. Ну так все, она, вот ты, тебя так долго это, я уже видео начала снимать, уже человек 20 вышло, тебя все еще не, трусят. Она же это, я же везу парфумы от Ливантики себе, понимаешь, она такая, вы роботы парфумы, я такая, нет, слышишь, блядь. Я же так, я хотела остаться, показать, что мы блогеры, вот это. Она отсюда куда-то выложила, понимаешь? Бросила куда-то вообще. Я не знаю. Ну, вот так вот нас такие наши братья-поляки, вот так нас обыскивают просто. Не, я согласна. Это у них возникают вопросы, я согласна. Ну, зачем так грубо, что как бы тоже это... Куда она? Но она перепугалась, типа, я ничего не помню. Наши погранцы нормально, кстати, проверили, ребята, вообще. Все, все очень спокойно, все сложили. Так что ладно. Короче, видео, вот, что Наташа везет, а сейчас будем искать парфюмы. Претензии к тому, парфюмы. Что она проверила, я не имею. Претензии к тому, куда она дела. Ну, кинула куда-то. Так, друзья, пришли оттуда, вокзал, ну, вон вокзал, вон люди оттуда идут все еще. Вот этот киоск всегда здесь берем. В прошлом году во Вроцлав тоже брали. Сейчас снова поедем Необасом, вот, Наташа, Необасом, потому что в 7:05. Сейчас на часах, сука, смотрим. Помогите мне, пожалуйста, уже перестала на поиск. Время 5:47. У нас, значит, Необас был в 7:05, а Фликсбас в 8:10. Необас чуть-чуть дешевле, но два билета вышло 151 злотых. Ну, прилично как бы, но вариантов нет, потому что очень... Вот сейчас просто я вам покажу. Чемоданы, да? Наши чемоданы. И тут несколько этих. Во-первых, нужно спустить, во-вторых, нужно поднять. Ну, вот как спустить? Спину поломать.
И в-третьих, я вам скажу, кстати, вот в эти вот штучки, не влазят наши чемоданы, они мимо проваливаются, короче, не подходят для польских. А потом еще в электричку затащите, там такой высокая такая, вот, наверное, как вот эта вот буква S, вот эта вот, C, вот такая вот примерно платформа. Не платформа, а ступеньки. Так что мы взяли, вокзал уже вот, нам посидеть часик, покушаем. Смотрите, какой дубарь, я снова одела куртку, какой же дубарь сейчас. Ну, 5 утра, в принципе, да, мы когда ехали, 13-14 градусов было. Какой же дубарь. Ну, короче, народ, кому нужно, очень быстро в Краков, или тогда мы бежали во Вроцлав, и не было места вообще на электричке, вообще вот на этой день уже не было. Это вот очень хороший киоск. Покажу, просто прямо-прямо идете от вокзала, вот он находится, и он всегда открыт. Я почему-то перепутала, думала, мы здесь брали, нет. Мы брали в этом киоске, я помню, даже женщина, по-моему, это же была. Нет, вот. Полячка. Полячка была, ага, окей. Ну, блондиночка тоже. Вот уже автовокзал, поэтому это, наверное, самый легкий путь, как добраться до Кракова и, наверное, до других польских точно городов. Ну, легкий. Все, друзья мои, не нашли пока парфюмы, надеюсь, найдем их в отеле. В отеле. Тоже цикавая история. Ставьте лайк, спасибо, что вы с нами. В общем, пересадка в Жешове будет. Мы еще не сказали, что будет снова пересадка в Жешове. Выйдем, сядем снова на 10 минут. Что делать? Вот, утро на вокзале. Вот, дошли. Смотрим, что очень красиво в Пшемысле. Тоже есть что посмотреть, 100%. Такой интересный фликсбас приехал. Вообще фликсбас, но он синий. Все фликсбасы, они зелененькие такие, салатовые. Ядовитенькие сейчас, если я вам покажу. Ну, в принципе, мы уже вам в одном видео показывали, мы им ехали. А, нету фликсбаса здесь. Кстати, правильно, фликсбас, в принципе, он идет 8-10 на Краков, а здесь на Варшаву идет. И в аэропорт, по-моему. Кстати, вот такого цвета фликсбас. Ну, вот наши эти... Наши вещи стоят. Все, ждем, еще часик. Народ, стоим, ржем. Короче, смотрите, Наташа как одета уже. У меня дубарь такой. Сейчас покажу себя. Смотрите, как я одета. Просто 16 градусов, очень холодно. Такой лайфхак мне Оля предложила. Чтобы не тратить 3 злотых на туалет, пойти в... Да, вот здесь туалет. Подъехал автобус. Незаметно пробраться и сходить, да, в туалет. Да, сходить по фрис-классе туалет. Водитель вон занят, он водитель. Ну, слушай, ну давай, типа, Наташ, давай. Чтобы 3 злотых сэкономить вперед, короче. А вам фликсбас в туалет. Но если он закроется и тебя увезут, не знаю куда. Помогите. Короче, мы стоим ржом, будет нам холодно. Очень холодно. Я скажу по-дорогому тогда в туалет. Да, давай ты куда-то поедешь. Вот, кстати, направления разные есть. Вена, Амстердам и Варшава. Наталка. Что, вон Варшава. А Варшава еще вот там есть. Тут очень старый. Короче, мы тут ржем, но все-таки в туалет, наверное, сходим. Я не кажется, что это пары от туалета исходит. Смешно, нет? Честно, мы уже думаем, что может мы съели что-то не то. Ну, нормально вроде все ели. Чего? Сегодня. Не знаю. Просто видишь, недавно, полчаса назад мы грустили, что не знаем, где твои парфюмы. А тихо взяли. Я так просто... Мы их еще не нашли просто. Я так своих горя проживаю. Короче, народ, ну, лайфхак, короче, смейтесь в путешествиях. Вам это сильно поможет. Ну, еще в туалет. Еще кто ходил так в туалет, когда подъезжал автобус другого рейса, напишите нам, пожалуйста, будет интересно. Кто уже уехал? Ну что, я знов недовольна. Да, уже в автобусе. Ну, мало места рядом, мало места. Мало места вообще сейчас. Ух, вот закинули, правда, единственными, кто закинул рюкзак и лаптоп, остальное, по-моему, и не влазит. Сейчас, о. Ну что, это тот же автобус, с которым мы ехали во Вроцлав. Да. Чего уже не было? А, мы подъезжаем. А, да, мы шли на ту платформу. Вот, так что сейчас будет через минут 40 пересадка в Жешуве. Ага. Потом уже пойдем на так. Так что вот такое. Вот такое. Ну, что можно сказать, лучше, чем еще. Лучше, чем электричкой в аквариуме ехать, и, наверное, лучше, чем на ступеньки в скромождаться бы было. Не, если бы хорошо были там что-нибудь, хотя бы, да, если эскалатор или пандус нормальный. Рад, когда-нибудь сделают хороший. Ну, а сейчас посмотрите это здание. Поки хачикают машины. Вот это вот. Кстати, сказала женщина, которая нам продавала очень много красивого в Пшемысле. Может, как-то вернемся сюда. Да, прямо историю нам немножко распылила. Даже цикла. Да, вот так вот. Ну что, друзья, дежавю. Снова на этом вокзале. Снова пересадочка. И ждем
нашего на четвертой платформе. Наташа сидит. Сейчас покажу вам. Вот на четвертой платформе ждем автобус до Вроцлава, Кракова. Ну, короче, наша. А где-то есть 10-я платформа, вон напротив, тоже людей высадили. Это им на Варшаву. То есть автобус нас вывез и повез обратно. Вот, это не Аплан, тут пересадка. Не обасточная, тут пересадка. А вот если Фликсбас, ну еще бы час надо было ждать. Ну куда и так час ждали, 2 часа ждать. Это, конечно, блин, долго. Так что вот, кстати, вон вдалеке. Интересное название. Полония. Мы еще с вами будем в новом отеле. В новом отеле, посмотрим, это уже будет не Мотейка. Выбрали другой отель. А уже рекомендовали какой-то старинный, типа под старину, давнину. Короче, посмотрим. Он, кстати, двойной автобус. Я уверена, это наш. Погнали. Ну что, народ, я зашла. Вот такой другой поверх, второй этаж. Вот тут наши вещи. Наташа пошла закидывать чемоданы. Вон она в очереди стоит. Я один билет отстегнула, дала. Вот и там вот чемоданы. Ну там чемоданы второй. Второй пилот принимает, можно так сказать. Так что вот такой вот автобус. И все, уже без пересадок до Кракова поедем. Слава Богу. Реально ехал, тормоз, газ, я головой кагдала, да. Вот уже в наш автобус подсаживаются люди, вот эти багаж. Кстати, вообще не помогал вообще водитель вытаскивать. Смотрите, багаж. Наташа какая-то женщина помогала. Наташа сама помогала женщине. И они вдвоем все это вытаскивают. Это капец какой. Она мне помогла, и мы сейчас это, я говорю, работаем по старой схеме. Да. Хорошо, что есть такие люди, которые помогают. Она сама так схватилась. Я говорю, что вы роботы? Да вы что, она же тяжелая. Ничего. В общем, нам помогли. Вот уже галерея Краковская, там за этим, это вокзал главный, то есть уже железнодорожный вокзал. Все, мы приехали. Мы сейчас уже направляемся, посмотрим или в отель, или покушать. Спасибо, что переживали, вы были с нами, ставьте лайки, пишите комменты. Вот такой короткий рассказ, как добраться из Киева в Шемысль и в Краков.